Студенты Тюменского государственного университета нефти и газа посетили Спорышевское месторождение. В рамках ознакомительной практики они побывали на кустовой площадке и установке предварительного сброса воды и газа. Молодым людям показали технологию добычи и подготовки нефти, что называется, от скважины до потребителя. В отличие от обычных экскурсий, которые предприятие постоянно организует для школьников, во время этой сегодняшние и будущие нефтяники разговаривали практически на равных, останавливаясь подробно на каждом этапе производства. После экскурсии некоторые ее участники признались, что уже были на Спорышевском месторождении, когда учились в школе. Во многом это и стало причиной выбора профессии. Студенты охотно вслушивались в информацию, ведь на следующий год многие из них планируют прийти на производственную практику в «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», чтобы закрепить теоретические знания практическим опытом. На данной экскурсии ребята узнали весь процесс технологии подготовки и сдачи нефти. Мы прошлись по установке, показали им все, как работает, что работает, ответили на все их интересующие вопросы. Кто-то, я так понял, из ребят уже не в первый раз, так как у нас частенько проводятся данные экскурсии. Я считаю, что это очень полезно для ребят. То есть они видят это воочию, во-первых. Во-вторых, после уже на дальнейших курсах они будут проходить производственную практику. Экскурсия познавательная. Много интересных вещей я узнал, которые можно узнать, как говорится, практически. То, что на теории многое чего не покажут на лекциях в университете. Здесь, на месторождении, вот, узнал работу в цехах, как происходит работа, как весь этот процесс происходит.